вам выход на ВДНХ, на лучшее московское место. Там, где житель Москвы может вдохнуть свободы всего самого лучшего. А здесь вот Маша живет. Я не знал, что здесь Маша живет. Короче, пока я поднимался на эскалаторе, две девушки были в черных очках абсолютно, как будто бы они слепые. А что у нас такое? Типа мода или что? Или это какое-то предзнаменование? Как настоящий блогер, пройдем за дами. Видели, какой желтый помпон? Сейчас мы его еще раз снимем. Кстати, на люке может быть написано что-то интересное. Смотрите, год тут написан, не написан. Не знаю, короче. Сейчас попробуем помпон снять. Что, он уже ускользнул? Нет, он. Видал? Охеренный помпон просто. Ну блин, вылези уже. Вот так. Охота за помпоном. Все, ладно. Двигаемся, берем ВДНХ. Идем за великим контентом.